Сейчас при вас буду снимать семью. Думал, погибла, она вот в самом низу сидит. Сейчас ее поддымлю немножко, буду спасать. Надо ее спасти. Сейчас немножко поддымлю на нее. Сейчас буду пробовать рамки забирать. Так, это нужная рамка. Так, тут немного есть. Главное, вот не видно, что ж, кто ж лазит. Кто ж лазит. Тут вот пустая рамка. Почему-то совсем ничего нету. Так, у меня есть сейчас тут рамочки. Сейчас я подготовлю. Так, ладно, на край я потом поставлю. Сейчас середину выставлю рамку. Ой, пчелы мало. Такую полномедную поставлю. Вот им сюда. На краешек. И здесь вот. Так, во, я нашел, где залезла мышара. Вот сюда, во, она прогрызла. Так, будем знать. Так. Сейчас еще отодвину дальше. Надо ее спасать. Она или погибнет через пару дней, или я ее спасу. Надо ее спасать. Еще вот полномедная рамка вот такая, смотрите. Как раз они, может, и выживут. Опа. Надо их спасать в разрез. И канди еще сверху дам. Так. А вот эту дырку надо будет чем-то закрыть тут. Я ее не видел. Тут прижму это. Так, сюда тоже надо дать полномедную рамочку. Сейчас я дам. Вот такую полномедную рамку сейчас им положу сюда. И пускай берут вот так медика. Все. Ну что, я их спасу. Пускай пчелки немного, но главное единица. Потом, если что, подсилим весной. Ну вот сюда залезла. Вот, видимо, мышь прогрызла. Ули, сейчас я вам покажу. Накрою их. Покажу вам. Тут мало меда тоже осталось. Так, загородительно. Эти мы рамки конфисковываем. Не надо они тут. Вот. Канди им подложу еще. У этого им меда хватит. Пчела успокоилась. Будет вот так потихонечку зимовать. Корпус закреплю, я и не заметил. Сейчас им канди дам. Вот, ребята, видите, вот здесь продолбило или прогрызло. Раньше была у меня защита такая, и все было хорошо. А вот сюда залезла какая-то тварь, во. Видите, и прогрызла как. Сейчас надо будет думать, что сделать.
чтобы защитить семью. Можно было пересадить в другой улей, но это не лето. Ладно, сейчас буду решать вопрос. Дрючит все-таки собака какая-то. Злой такой. Посмотрите, что делает с пчелой. Видите? Какая-то тварь приходит. Бедные пчелы. Мне их так жалко. Смотрите, сейчас поддымлю. Ой, совсем разгрызли. Видите что? Сколько пчелы они съедают. Надо опять спасать. Они обсираются, волнуются. Конечно, где тут будет зимовка хорошая после таких вот приключений. Бедная пчела. Тут осталось ее гулькин нос. Ой. И вот грызет и все. Не могу понять, где пролезает. Надо пробовать раскрывать. Главное же деревянный тут улей. Вы видите, ребята? Не просто так. И мед есть, все. Полномедная рамочка, смотрите какая. И тут полномедная. Во. Не видно, что где-то лазила. Тут во полномедная. Мы ее только в сторонку уберем. Так, сделаем перенос немножко. Это полномедная. Возьмем сейчас, подождите, так. Вот эту выставим сюда, чтобы они взяли. И не вижу, хоть думал, что бегает тут, они бегают они. Во в чем дело. Полевки или мыши не бегают, они или ночью заходят, или что. Какая-то напасть непонятная. Вот, полномедную рамку ему вот так поставлю сейчас. Совсем слабые семейки. Полномедную рамку оставить. Сейчас подумал, как сделать. Надо хорошую рамочку подложить. О, ребята, хорошую рамочку взял, полномедную. Сейчас они перейдут сюда. Сейчас вот так вот аккуратно положу. Перейдут на медок. Прижал. И главное же непонятного подмора сколько. Какая-то тварь все-таки
их волнует, сколько его под мором много. И вы поглядите, дробит и все. Ну сидят смирно, может матка есть, все хорошо. Сейчас поставлю корпус вот так. Как пролезают эти твари, непонятно. Сейчас им палочку подложу, еще и Канди дам. Девки понимают, что я их спасаю, так они сидят вроде смирно, чуть-чуть. Может, понимают, что не протянут, если что. Захотят, его возьмут. Что, ребята, сейчас буду девок вытягивать. Сейчас посмотрим, что в гнезде. Должен спасти их. Надо было, может, не беспокоить, но по-другому никак не получится. Пчелы вот сидят. Подъели хорошо корма. В разрез буду ставить рамки. Тут у девок расплод. Надо им мед. Тут открытая, тут закрытая рамка. Вот хорошая. Посередине поставлю. Придется им еще и Канди давать. Чувствую. Расплод у них вовсю. Девки сидят плотно. Тут у них рамочка есть с медом, но не шибко. Ставлю рамку им. Так, главное теперь
чтоб тварь никакая не залезла сюда. Тогда они перезимуют. Это самое главное. Земля с расплодом, с открытым. Ну, тут тоже все-таки не обошла. Как говорится, лихо вот это. Тоже у подмора, смотрите, сколько. Главное, все же чистил везде. И все равно. Ой, пчела тут активная. Сейчас возьму дома. Уже расплод девки все погнали, вижу. Ну, погнали расплод, разошелся клуб. Надо рамочки подставлять им будет. Сейчас середину расставлю полномедные рамки, пока на паузу поставлю. И потом канди дам. Сейчас попробую немножко с одного края, с другого добавить рамки, чтобы пчеле было немножко больше корма. Посередине канди дам. Сейчас возьму, подложу. Вот рамочки у меня есть полномедные. Тут с медом они перейдут. Сижу и думаю, какую лучше дать. Тут у меня вот в краешке рамка мед тоже. Наверное, вот эту все-таки положу. Вот так. Корма тут, это потяжелее рамочка. Все-таки видите, вот так удобнее работать. Расплод уже все семьи гонят. Это говорит о том, что не за горой уже, как говорится, весна. Вот
Так, вот, напряжимаю ее. Все, эту рамочку мы заберем. Накроем. Но перед тем, как накрыть, дадим канди. Я забыл, что им надо дать канди. Канди им надо дать обязательно. Я нагрызла его и рамки, я вижу. Надеюсь, впредь этого не будет. Вот это пустая рамочка совсем. Надо будет стрясти ее. Рамочка. Тут совсем корма нету у девок. Ослабла семья сильно. Сголодалась. А вот тут расплод у нее, я вижу. Так, значит, мы берем вот эту крайнюю полнометную рамку. Ставим вот сюда. Так, язычок мы оторвем. Эту рамочку мы перестрахуемся. Потом середину гнезда поставим. А сюда на край мы другую полнометную рамочку положим. Все-таки через передние литки залезает, скорее всего, это землеройка. Мы хоть поняли, кто это, и будем читать, как избавиться от нее в будущем, спасаться. Сейчас будем пробовать вот так сделать. С медом вот так поставим. Вот тут. Вот и прижмем. Да, весь корм съели эти пчелы. Не получается прижать их. Значит, сюда двигаемся больше. Так, эту рамочку сюда плотничком, здесь сюда, но вот здесь совсем нету корма, пчелу надо стрясти. Тоже ничего нету. И вот тут маточка ползает, ребятки, видите? Ой, ее надо как-то пересадить и не довлянуть. В
Вот так, пускай она туда идет, в гнездо. Матка жива, это хорошо. Все. Так. А теперь мы вот так прикроем сюда, вот так прижмем корм. И дадим Канде, девкам, да, эта семья конкретно съела корма. Осталось нам месяц перетерпеть.